Здравствуйте, уважаемые слушатели и гости нашего канала. Меня зовут Юлиана, и ваш любимый канал «Эзотерика для тебя». Друзья, сегодня мы с вами уделим внимание 13 мая, поговорим о том, что нельзя в этот делать день, а также с помощью простой практики мы с вами привлечем деньги, изобилие и достаток в нашу жизнь. Итак, друзья, в этот день, 13 мая, чтут память преподобного Иакова, тогда как в народе отмечали День Иакова Теплого. И почти все народные приметы в этот день, а также запреты, связаны с женитьбой и романтическими отношениями. В народе часто говорили, что если ослушаться запретов и устроить в этот день сватовство, то в таком случае брак будет несчастным. Однако разорвать отношения по разным причинам будет невозможно. Также в этот день нельзя признаваться в своих чувствах и устраивать романтические свидания. Говорят, что если нарушить этот запрет, то люди скоро могут расстаться. И никто не знает, почему именно эти народные приметы люди старались соблюдать так в этот день. Ну а сегодня, друзья, запрещается ходить в вещах розового, красного или другого оттенка, который у вас ассоциируется с любовью. Если ослушаться данного запрета, то в течение года вы так и не сможете встретить любимого человека. Если такое имеется, то вы скоро с ним расстанетесь. В этот день нельзя вспоминать прошлое. В противном случае о себе могут напомнить давние неприятные события, которые вы стараетесь забыть. В этот день лучше думать о своем будущем. Вы должны думать о том, как добиваться поставленной цели, как планировать все пошагово, действовать по своему плану. При этом необходимо думать только в позитивном ключе. Все негативные мысли будут для вас будто цепями, которые сковывают вас и не позволяют сделать то, что вы хотели. Запрещается в этот день делать ремонт, а также какие-либо мелкие починки сломанных вещей. Это нарушение запрета. Если нарушить эти запреты, то вы столкнетесь с бесполезностью своих действий. И, казалось бы, обычная поклейка обоев у вас может не выйти, а покраска стен обернется неудачей. Все, что вы отремонтируете в этот день, в скором времени сломается, порвется или испачкается, а краска будет шелушиться. К тому же существует риск серьезно пораниться. Представительницам слабого пола в этот день запрещается плести косы. Так, кто ослушается такого запрета, вместе с волосами сплетает свою судьбу убытки, неприятности и болезни. В этот день лучше ходить с другой прической. В этот день запрещается тратить деньги на то, чтобы что-то отметить. Также старайтесь сегодня не опаздывать. В таком случае от вас отвернутся окружающие, а это приведет вас к длительному одиночеству. Не рекомендуется отправляться сегодня в длительный путь без специального ритуала. В противном случае можете накликать на себя большие неприятности в дороге. Ну а для того, чтобы поездка прошла 13 мая хорошо, необходимо перед ней облиться талой водой, которая была собрана специально для этих целей. Она поможет смыть весь негатив и защитит вас от возможных бед и проблем. Ну и, друзья, как мы и обещали, сегодня, 13 мая, вы можете провести простой обряд на денежное благополучие. В этот день, 13 мая, выйдите на порог дома, выньте кошелек. В этом кошельке должны быть денежки, ваши монеты, и покажите солнышку. При этом нужно сказать следующие слова: «Яков теплый природу согрел, красное лето за собой привел. Как все вокруг расцветает, силой набирается, так и деньги в моем доме растут, умножаются и никогда не переводятся. Да будет так». Эти слова, друзья, нам нужно произнести 3 раза. После этого поклониться небесному светилу, деньги выложить из кошелька и показать солнышку. После этого вы
можете в кошелек обратно вернуть те деньги, которые вы показали солнышку. И теперь все финансовые проблемы будут проходить стороной. Вот такой, друзья, у нас с вами день 13 мая.